с вами снова Детектив канал World of Games. Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как не запускается Rust, вернее, Rust клиент не запускается, потому что не установлен. Не установлена программа в самом Rust, то есть когда в Steam установили, а античита, по-моему, если я не ошибаюсь. Также ее исправить. Есть такая беда, что не запускается, ошибку, короче, это выдает. Так, ну заходим в компьютер. То есть мы Rust установили. Заходим в Steam, где его установлен Rust. Сейчас у меня, допустим, просто покажу, где у меня на самом деле. Заходим, вот, есть античит программа. Так, и у нас вот тут есть ES античит C2. Так, нажимаем ее. Вот, установить. Смотрим. Тут, как видим, есть D-Lynch, Direct Bomb. Так, это я не знаю, что это Dice of War, Counter-Strike, 7 дней. Короче, не буду я заморачиваться. Находим Rust, нажимаем Rust и нажимаем установить. Вот. То есть все, мы установили. Грубо говоря, выходим. И у вас он должен просто запуститься. Сейчас вам покажу. Так, открыть. Сейчас я вам открою. Так, ну вот на самом еще разгружается, античит. То есть, когда запускается, он у нас пока что он автоматически загрузился. Сейчас мы, я сейчас запущу. Так, нажимаем. Так, что у нас тут есть? Так, нажимаем play. Play, play, play. Так, где наш? И мы видим. Так. Что мы видим? Мы видим, у нас запустился Rust. Даже сейчас покажу, что он запустился. Вот он у нас есть. Вот наш Rust. Все работает. Ну, кому это помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Дукит, канал World of Games. Всем до новых встреч. Всем хорошего.